Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим булгур с фрикадельками. Для фрикаделек нам потребуется 400 грамм фарша, у меня смесь свинины с говядиной, 40 грамм репчатого лука, пол чайной ложки соли, 1 треть чайной ложки черного молотого перца, 1 треть чайной ложки сухого чеснока. Для булгура я взяла 2 полных мультистакана булгура, это 270 грамм, 500 миллилитров холодной воды, 30 грамм сливочного масла, пол чайной ложки куркумы и 2 трети чайной ложки соли. Приготовим фрикадельки, смешаем фарш, соль и специи, добавим мелко порезанный лук и все хорошо перемешаем. Чтобы фрикадельки не распались, перемешанный фарш необходимо хорошо отбить. То есть берем фарш, поднимаем и опускаем. Таким образом подкидываем 5-6 раз. В чашу мультиварки выкладываем промытый булгур, добавляем соль и куркуму, сливочное масло, холодную воду. Влажными руками формируем небольшие шарики, примерно размером с грецкий орех, и выкладываем в чашу мультиварки. Можно использовать замороженные фрикадельки, предварительно размораживать их не надо. Закрываем крышку мультиварки. Готовлю в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме рис-крупы 40 минут. Для этого добавлю время. Время истекло. Вот такой сочный, рассыпчатый булгур получился. Благодаря сливочному маслу он получился мягким, со сливочным вкусом. Я уверена, что такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!